Познакомиться с мировыми шедеврами знаменитых художников стало возможным в культурном комплексе «Артишок». Здесь открылась выставка копий пастельных шедевров. Автор работ – член Союза художников Жорж Фирсов. По словам мастера, сделать копии пастельной живописи непросто. В них практически исключена возможность цветовых правок и необходим легкий и быстрый рисунок. Очень сложный вид. Очень сложный вид. Многие, точнее, его недооценивают, потому что думают, что здесь нет ничего особенно сложного. Пастельные и акварельные копии, наверное, самые сложные из всех видов копий. Потому что, в первую очередь, и пастельные, и акварельные копии не допускают никаких ошибок. То есть, если вы сделали, скажем так, набросок, первоначальный набросок карандашом, то все уже, вы потом его никак не исправите. На выставке представлены копии пастельной живописи 19 века. Это воссоздание работ Моризо, Дега, Кисет, Миле, Серебрякова, Левитана и многих других европейских и русских художников. Я побольше старался сделать сущности, но это уже мое внутреннее ощущение. Хотелось однозначно что-то свое внести туда. Выставка копий пастельных шедевров продлится в культурном комплексе «Артишок» до 13 августа.